8 мая 1916 года отряду Эмиля поручили захватить форт Дуамон, ключевой пункт германской обороны. Oh,
Гинденбург. Рональд. Кэм! Хотя форт был частично разрушен, немцы смогли его удержать. Операция провалилась. Родная моя, война забрала у меня лучшего друга. Он был для меня как брат. Я не представлял, как трудно будет проститься с ним навсегда. Есть и хорошие новости. Карл сейчас вдали от фронта. Он поправляется. Увижу с ним, как только смогу. Напиши про себя. Как вы там? В Сен-Миэле стало спокойнее? Карл узнал, что все стало намного хуже. В последнем письме Мари сообщила, что их сын тяжело заболел. Карл понял, войне не будет конца, и принял решение – нужно бежать. Это?
Im Honkers wärst. Hinter Honk Mellet. Knoten auf der Klaus. Ein Vogelschnupper marsch Krüger ab.
Готри. Du får den dag, Schäufel.